Здравствуйте, меня зовут Ярослав Кузнецов, мне 7 лет. Я люблю танцевать, играть в футбол, слушать музыку и путешествовать. Я не люблю, когда меня оскорбляют или обзывают на улице. Я хочу стать разработчиком компьютерных игр, потому что мне очень нравятся всякие компьютерные игры. Я ни о чем не мечтаю, потому что все мои мечты уже исполнились.